Привет! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как страх обидеть, что за этим стоит. Страх сказать нет, страх отвергнуть. За этим стоит моя ранимость и чувствительность. То есть я проецирую свою ранимость и чувствительность, да, на другого. Я думаю, что он такой же. И на самом деле я думаю, что вот если я сейчас там, ну, как-то промолчу, да, там не откажу, не скажу нет, то когда-то в будущем мне тоже там, ну, не откажут,